Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу про один прекрасный автомобиль, который к нам поступил в продажу. Это Lada Largus Cross, автомобиль пятиместный в комплектации Comfort Multimedia. Естественно, это автомобиль 2021 года. И, друзья, он у нас в ярком синем цвете, лазурно-синий, друзья, смотрите. Просто посмотрите на эту красоту. Я вам покажу автомобиль полностью в круговую. Комплектация Cross, друзья, комфорт мультимедиа. Можете обратить внимание, наружные зеркала окрашены в цвет кузова, идут также с повторителем. Внедорожный обвес черного матового цвета. Молдинги на дверях тоже черного матового цвета. Здесь стоят также литые диски вот такого вот стиля, симпатичного, с надписью Cross, в черном лаке с полированной поверхностью. Радиаторная решетка черная глянцевая. Спереди у нас бампер X-образный с такими вот хромированными вставками. Также продолжение внедорожного обвеса бампера идет вот такая вставочка серебристая. Без противотуманных фар, друзья, эта комплектация. Двигатель 1.6, 106 лошадиных сил. Присутствуют рейлинги на крыше. Ручки окрашены в цвет кузова. Ручки дверей. На картах дверей также у нас декоративные вставки черные глянцевые. Присутствует материальчик из эко-кожи серого цвета. Сиденье из материала эко-кожи плюс ткань. Largus Cross. Надпись. Подлокотник. Напомню, друзья, комплектация Comfort Multimedia. Подлокотник. Собственно, мультимедиа с камерой заднего вида. Здесь у нас две передние подушки безопасности. Руль мультируль идет. Без обогрева руля, круиз-контроль и клавиши управления штатной аудиосистемой. Четыре стеклоподъемника, друзья. Четыре стеклоподъемника. Подогрев сиденья идет трехуровневый. Кондиционер. Электропривод и обогрев наружных зеркал идет, друзья. Хочу отметить, что в данной комплектации, вообще по старым, именно предыдущим дореформенных Ларгусов в кроссе, вообще не было такого кросса, чтобы у него не было полки. Не было полки вверху. Здесь, видите, в комфорт мультимедиа она не входит. Ну, я вам так, друзья, скажу. Комплектация на самом деле очень удобная. Все необходимое, я скажу вам, есть на самом деле. Смотрите, то есть мультируль, круиз-контроль, клавиши на руле управления аудиосистемой, мультимедиа, камера заднего вида, подогрев сиденья трехуровневый, подлокотник, 4 стеклоподъемника. То есть, в принципе, кондиционер, все необходимое в автомобиле присутствует. По внешней части тоже все хорошо, литые диски. То есть датчик парковки, пожалуйста, камера заднего вида. Поэтому, друзья, кому будет интересен данный автомобиль, контакты все будут в описании. Меня зовут Денис, канал Новая Лада Тольятти. Подписывайтесь на мой канал, друзья. И кому интересен автомобиль, обращайтесь, контакты все в описании. Заходите в Инстаграм. Тоже можете писать в директ. Друзья, до новых встреч. Стоимость такого автомобиля 907 тысяч. 907 тысяч, это уже с учетом цвета металлик. Никаких доплат. Вы его приехали, просто забрали. Дополнительное оборудование только по вашему желанию. Все, удачи вам, друзья. Давайте, пока.